Добрый вечер, друзья. Сегодня у нас будет разговор о компании Elevator Group. Время 8 вечера, понедельник, 18 часов по Москве, 20 часов по уральскому времени. Давайте немножечко подождем еще наших гостей, наших слушателей. Запущу еще раз ролик. И потом уже поставлю на запись. Будем общаться. Больше. Давайте еще троечку минут подождем. Мы здесь сегодня будем говорить, обсуждать компанию Elevator Group. Совершенно молодую, новую, однако в узких кругах уже достаточно хорошо известную. И блогеры начинают про нее говорить, и медиа-личности тоже. Это здорово. Это значит, что мы в нужном месте, в нужное время. А время сейчас как раз нужное, потому что все больше и больше людей обращают свое внимание на какой-то рынок, обращают на рынок NFT, тоже связанного с криптой, обращают свое внимание на Metaverse, это вселенная. Даже знаменитая компания, которая на территории России считается, я думаю, что вы поймете, про кого я говорю, они теперь стали называться Meta. Вот. И все, что с этим связано, Так, нас становится постепенно больше. За 4 минуты нам добавилось 19 участников. Это хорошо. Я думаю, что люди будут еще присоединяться. Значит, я сейчас включу запись, и мы продолжим наше общение. А до этого было слышно? Да, да. Было. И как ролик запустился,
Хорошо, значит, ролик мы посмотрели, ролик замечательный, я сейчас, так я даже демонстрацию экрана у вас убрал, ну вот, значит, делюсь, значит, будем смотреть, сейчас общаться про компанию Elevator Group. Меня зовут Зинкин Максим, я партнер компании, узнал, практически в конце сентября, одним, можно сказать, из первых, разобрался в этом в компании, понял, что здесь есть для меня. Об этом сейчас, кстати, и поговорим, но я буду коротко пролистывать слайды, потому что презентации уже достаточно большое количество прошло, и о самой компании было достаточно много рассказано. Значит, я предлагаю сегодня в укороченном режиме, вернее, я в укороченном режиме сегодня пробегусь по слайдам и поговорим про деньги в компании, про деньги, что здесь есть для меня, да, я покажу свой кабинет, покажу те небольшие денежки, которые за это время я смог для себя найти, используя бот, с учетом того, что на текущий момент запущена только часть продуктов компании. Итак, Elevator Group. Вместе мы строим будущее. Ну, как вы знаете, Elevator – это лифт. Вместе с компанией мы поднимаемся на другой уровень. Я для себя, когда выяснял, а что здесь есть для меня, прям по презентации, если пройтись, миссии проекта, тут все прям вот понятно, что здесь есть для меня. Здесь есть продвинутые технологии Telegram-бота. Самые трендовые возможности, трендовое направление, большой функционал, простота использования, фишки и все прочее. Да? Здесь и NFT-шки есть. Это совершенно новый тренд, который просто шагает по планете семимильными шагами. Если вы посмотрите, значительное количество медиа-персон выпускает кто-то свою музыку в NFT-шке забил уже, продает только через NFT. Кто-то обувь продает через NFT, бренды продаются уже через NFT. То есть тенденция в том, что этот рынок будет развиваться. Если вы пока только по шагам в нем и только первый раз услышали, обязательно себе на бумажке запишите NFT, забейте, посмотрите, что это такое. Это невзаимозаменяемый токен, он индивидуальный, его можно продать. Там были опыт, то есть на текущий момент в сети есть значительный опыт, когда люди за бешеные деньги покупали эти NFT, и они еще росли в цене. Либо наоборот, покупали за 3 копейки, они вырастали до бешеных сумм, эти NFT-шки. Либо третий вариант, он тоже случался, да, то есть покупали там за несколько миллионов, а сейчас он стоит там несколько долларов. И такое тоже есть. То есть это крипторынок, в нем возможно все. Также, что здесь еще для меня есть? Есть токены GFT, это токены проектов, в которых я тоже разобрался. Они просто великолепным инструментом заработка являются. Сегодня мы об этом поговорим подробнее. Здесь также есть игры. Вообще игровая индустрия, она... Это просто многомиллиардные обороты ежегодные, и каждый год игровая индустрия, она растет. Тем более компания предложила игры для каждого. Это криптоколесо, это замечательная, знакомая всем лотерея 6 из 45 и Play to Earn, это играй и учись, и развивайся. И в этом же тоже прелесть есть, да, то есть компания сразу продумала игровую подачу самого бренда, самой возможности. Дальше, смотрите, в компании присутствует пассивный доход, и в том числе он меня заинтересовал, причем он доступный, прозрачный, стабильный. Старт инвестиций здесь возможен с $30. А также есть партнерская программа. Я уверяю вас, если вы придете в любой банк и спросите, что я получу за рекомендацию, практически в каждом банке есть уже призы, плюшки и бонусы за это. Либо вы там проценты за это получите, либо непосредственно от
обслуживание карты, либо просто деньги на карту. И даже банки уже пользуются партнерской программой. А уж здесь-то партнерская программа построена прям с ювелирной, точностью, продумана, с изюминками, со всеми. Потому что ребята, которые основатели проекта, они сами с огромным опытом в сетевом, плюс кучу маркетингов через себя пропустили и проанализировали, и дали нам то, когда любой человек, который заинтересовался Elevator Group или просто стал играть и начал разбираться, здесь может заработать, в том числе и на партнерской программе. Сказал, что будет все коротко, а сам развел. Далее, Elevator Group, простые и понятные решения. Игры, токен, NFT, пассивный доход, страховка всех участников. Здесь вот, смотрите, как только я сказал, что я выбрал ее для себя, первое, что меня вообще заинтересовало, я зацепился за страховку. Что такое страховка всех участников? Мы сейчас настолько большое предложение по различным разнообразным компаниям, проектам, что мы ходим, смотрим на них и не понимаем, что выстрелит, что не выстрелит. Здесь же ребята просто, прям вот основатели озадачились, задумались, а как сделать так, чтобы каждый был в плюсе. Смотрите, все, что предлагает компания, а именно уровни, пакеты, они включают в себя страховую часть. 20% от покупки уровней, они ваши и доступны через 4 месяца после покупки. То есть это страховка, которая, я на текущий момент даже таких предложений не слышал. Такой заботы от компании о собственных пользователях, собственных участников. Понятно, что партнерская программа, мы про это говорили, встроенный многофункциональный кошелек. Немногие, даже те, кто пользуется сейчас CryptoVille, имеется в виду лотереи, участвуют, не знают о встроенном кошельке. И этот кошелек, почему он многофункциональный? Во-первых, в нем можно обменять внутри кошелька валюту на валюту, которая у вас есть. Это раз. Два. Понятно, что хранить в нем деньги можно вывести деньги. И, значит, на текущий момент встроенный кошелек имеет начальную стадию. В дальнейшем в него будет интегрирован P2P обменник, где каждый из вас, разобравшись, сможет еще и денег зарабатывать. Уже это, субпродукт компании, который внутри компании будет предоставлять услугу. Причем на P2P обменах люди достаточно хорошо зарабатывают и просто на этом живут. Что такое P2P обмен? Это обмен между людьми. То есть у меня есть, допустим, криптовалюта, у вас есть на рублевом кошельке какая-то денежка, вы говорите, что я хочу купить криптовалюту, я вам ее предлагаю, отправляю вам криптовалюту в кошелек, собственно, компания будет гарантом сделки, а вы мне отправляете рубли. И в момент, когда я подтвердил, что рубли мне пришли, компания замороженный баланс, который вы хотели купить, вам переслала. То есть это еще одна малоизвестная функция, которая будет в кошельке, то есть встроенный многофункциональный кошелек, в том числе будет включать и P2P обменник. Дальше преимущество. Работал долгосрок, здесь я хотел бы заострить свое внимание. Основатели компании — классические предприниматели, то есть с классическим земным бизнесом. Это говорит о том, что в том числе доход от этого земного бизнеса будет распределяться среди тех участников Elevator Group, Elevator Ecosystem, которые зайдут по максимуму. То есть воспользуются всеми предложениями компании, купят максимальный пакет, а в дальнейшем, вот на текущий момент это с 0 по 5, а в дальнейшем это 6 уровень, пакет 6 уровня. Предложение по нему еще не озвучено официально, однако, я думаю, не в декабре, возможно, в январе
его получат все. 80% средств возвращается в маркетинг. Шикарный маркетинг. Кто еще не был на презентациях маркетинга, вы можете в чате, в нашем чате Elevator Group, историю посмотреть. Там маркетинг уже читали ребята. С ним тоже можно познакомиться. Нет потери партнерских вознаграждений. Вы знаете, во многих компаниях было так, что вы пригласили человека, а сами не прокупили уровень. Он пригласил еще человека, а тот залетел на всю котлету, и мимо вас раз вознаграждение пролетело, два вознаграждения пролетело, три вознаграждения. Вы просто теряете деньги, да, их получают либо вышестоящие, либо они просто в компанию уходят. Здесь такого нет. Я еще раз повторяю, основатели настолько погружены в сетевой бизнес в свое время были, что учли все те недостатки, которые в принципе может содержать маркетинг. Да? То есть все вознаграждения, которые предназначены вам, они остаются у вас, если куплен уровень, вы их получаете сразу. Если уровень не куплен, ну то есть вы, допустим, на нулевом там или на первом, а человек под вами там в третьей или четвертой линии купил там четвертый, пятый уровень, то вознаграждение не пролетает мимо вас. Вознаграждение остается у вас в кошельке до того момента и становится доступным в тот момент, когда вы соответствующий уровень для себя прокупите. Далее, 8 источников дохода со всего, что есть в компании, можно зарабатывать. Распределение средств происходит через смарт-контракт. Когда вы заходите в бот и только знакомитесь с ботом в приветственном сообщении, у вас показано, где какие источники дохода. То есть вы можете либо поиграть, либо заработать, либо в партнерке. Кратенько это написано. Проваливаясь дальше, можно все это подробно посмотреть. И, соответственно, там же можно посмотреть, что все деньги, которые заходят через бота в компанию, они распределяются через смарт-контракт на партнерские вознаграждения, на инвестиционную часть, на рекламу, на маркетинг, на доход компании. То есть 10% от средств, заходящих в компанию, уходит на доход. А низкий порог входа, всего от $20. На текущий момент это несколько больше 1000 рублей. И у вас появляется возможность участвовать в лотерее CryptoView и также участвовать в партнерской программе. Страховка каждого партнера, я сказал, и вовлечение в игровой форме. Здесь компания вообще продумала, придумала для нас вообще просто бомбезный инструмент, когда мы можем, поделившись вращениями, написав там несколько фраз о том, что дарю тебе вращение, можно выиграть и токены, и доллары, и продукцию Apple. И еще вчера было анонсировано, несколько дней назад было анонсировано, а сегодня это уже реализовано в боте. У каждого пользователя есть по 3 подарочных вращения, которые он может подарить своим контактам. Просто посчитайте, да, 3 в день, 90 в месяц. Я сегодня дарил. За несколько месяцев сколько вы можете подарить вращений. Причем каждое вращение, то есть когда человек нажал на ссылку, он становится вашим партнером. Разобрался, не разобрался, простая статистика, правило Парето 20 на 80 говорит о том, что 20% начинают разбираться. Пусть даже опять же те же 20 на 80 из этих 20%, значит, станут вашими партнерами, вы с этого получите доход. Доход и довольных клиентов, а возможно и партнеров. Распределение средств. Ну, здесь все прозрачно. Партнерские на 5 уровней 36%, призовой фонд 3%, страховое обеспечение 20%, я про него говорил, инвестпул 15% собирается сейчас. Розыгрыш один раз 10 призовых мест, 2% в месяц от дохода компании разыгрывается. 14% выплата пассивного дохода по уровням. И 10%, как я и сказал, уже идет компании на разработку, на рекламу, на акции. Это у нас распределение средств. Источники дохода. Было сказано, что у нас их 8. Это продажа уровней, продажа GFT, это токен компании, продажа билетов.
На текущий момент можно купить билет на криптовилл и билет на лотерею 6 из 45. Причем по билетам есть особенность. Если в криптовилл там, ну, вам просто идет начисление, то по лотерее, если человек выиграл, то и у вас должен быть куплен билет. То есть если ваш партнер купил билет, вам с него начисление произошло. Однако, если он выиграл, а вы не купили билет, то, ну, соответственно, вы начисление с этого выигрыша не получаете. А представьте, сколько людей сейчас, ну, могут играть, да, то есть зарегистрировавшись по вашей ссылке. И если на текущий момент призовой фонд всего 419 там, или 430 сегодня долларов, ну, посмотрим, то в дальнейшем, когда игроков будет несколько тысяч, а может быть и несколько сотен тысяч, то призовой фонд будет значительно интереснее. И играть, и покупать билеты будет просто интереснее и приятнее. Выигрыши в разделе игры, да, проговорил про это, то есть с выигрыша тоже получается. Замороженный баланс NFT с возможностью продажи после разморозки. То есть через 4 месяца от покупленных вам уровней 20% размораживается, вы их забираете. Рост токена. Это будет однозначно. Рекомендую сходить на токеномику. Просто вот настолько продумано и настолько выверена математическая модель роста токена, что вот я когда начал разбираться, она меня просто поразила. То есть вот представляете, $1 один токен, и у нас кусочек токена сжегся, а доллар в смарт-контракте. То есть пол токена стало доллар стоить. Потом кто-то еще раз воспользовался кусочком токена, там четверть токена снова доллар стоит. И если на больших числах говорить, там условно 100 токенов, $100, 50 токенов сожгли, доллары в смарт-контракте остались 100. То есть каждый токен стал стоить, ну, 50 токенов осталось, а долларов в смарт-контракте 100. Каждый токен стал стоить $2. И вариантов сжигания токена на текущий момент от использования 10 разных вариантов. Именно сжигание токена. То есть каждое сжигание токена и каждое использование токена — это повышение цены токена. И когда, ну, у меня был тут разговор там с одним из партнеров, да мы, говорит, на бирже сразу его начнем сливать. Говорю, так сливай, замечательно, я скорее его выкуплю, потому что токен будет только расти, не засливаешься. Вернее, засливаешься, только упустишь свою выгоду. Вот, причем токены можно будет продать не только на бирже, но и компания их сама выкупает. 5% далее, 5% дохода наших партнеров в разделе Invest Pool. Это тоже источник дохода. Опять же, он идет из с определенного уровня, начинается. Следите за маркетингом, следите за дальнейшей презентацией. Бонусы от компании за активное участие в развитии. Компания поощряет своих активных партнеров, и, собственно, на этом тоже можно заработать. Игры. Уже много раз сказал, что криптовилл запущен, лотерея 6 из 45 запущена, и DICE — это кости, в ближайшее время тоже это все запустится, идем дальше. NFT-элеватор. На текущий момент у того, ребята, кто не купил нулевой уровень, это $20 всего, на текущий момент еще есть возможность это сделать и сделать индивидуальный NFT-аватар с собственной фотографией. Просто вот собственной фотографии у вас будет эксклюзивный NFT-аватар. Делать с ним можно все, что угодно. Можете оставить себе, можете сделать фотографию с него. Можете выйти на специалистическую биржу NFT и продать. В дальнейшем все NFT будут, вот ролик, который я показывал в начале, они будут все связаны с игрой, с Metaverse, то, что уже даже на маркетплейсах есть, пока дорабатывают. То есть нам анонсировали кусочки прям видео из программ, из Metaverse, но это вот ближайшее будущее.
Далее, NFT, ну понятно, что это страховка, наполняется реальным USDT, каждый партнер имеет право вывести на свой личный кошелек. Про личный аватар я тоже рассказал. Я еще раз повторю, это ограниченная возможность, действует, вот прямо сейчас действует, как только запустится метаверс, эта возможность уйдет навсегда. То есть компания уже не будет предлагать эту возможность. И в конечном итоге возможность перепродажи NFT есть. Далее, токен. По токену, значит, на текущий момент, так как аудитория проекта значительно расширяется, компания перейдет на блокчейн Polygon, значит, сеть будет ERC-20, эмиссия не изменится, название не изменится, airdrop через CryptoVille не более 1%. То есть по токену все понятно, почему Polygon — это более быстрый блокчейн с мгновенными транзакциями, то есть если ERC-20 там, ну, идет там 20-30 до минуты, до полутора минут идет транзакция, то в сети Polygon эта транзакция идет, ну, буквально несколько секунд. Это значительно быстрее блокчейн, и соответственно он дешевле. Там, ну, условно, несколько центов за транзакцию идет. Если в блокчейне Tron там транзакция стоит там около доллара или доллар, то в полигоне даже транзакции дешевле. Далее, вот токен сейл, акцентирую ваше, ребят, внимание, значит, по токен сейлу. Если у вас нету уровня, если у вас не куплен ни нулевой, ни первый, ни второй уровень, поучаствовать в токен сейле вы не сможете. Что такое токен сейл? Компания 15 числа откроет продажи токена, 15 декабря, через несколько дней. В первом раунде будет продано 200 тысяч токенов по 10 центов, это на 20 тысяч долларов. Разлетаться как горячие пирожки. Второй раунд — это по 20 центов, уже 300 тысяч токенов, но я думаю, тоже они разлетятся. Третий раунд — в 30 центов 400 тысяч токенов, 450 по 40 центов, пятый раунд по 50 центов, 600 тысяч токенов. И я готов покупать во всех раундах, дайте денег только, да, то есть на первый, второй-то я уже запасся, думаю, хватит мне, и на будущее. Значит, делали ребята, заказывали аналитику, и было получено заключение, что выходить со стоимостью меньше 1 доллара на биржу, на DEX-биржу, не имеет смысла, потому что наполнение компании и интеллектуальное, и программное, оно значительно дороже, чем 1 доллар. Поэтому, именно поэтому еще токены будут расти в цене, так как они и будут изжигаться, и на биржу выйдут, и применение им и будет, и в играх, и в метаверс, и в обменниках. Везде. Еще раз акцентирую ваше внимание, ребята. Если у вас не куплен уровень, вы не сможете участвовать в токен сейле. Это очень важно. Это очень важно. И поэтому, если у вас уровень не куплен, озадачьтесь этим. И, ну, собственно, порадуйте себя. Получите, воспользуйтесь этой возможностью. Дальше. По аллокациям, здесь именно аллокация по уровням. Если у вас нулевой уровень, вы на 100 долларов можете купить. Первый на 300, второй на 600, третий на 1500, четвертый на 2500, пятый на 5000 долларов вы сможете купить. Но представьте, первый раунд на 20 тысяч долларов. 4 человека по 5 уровня просто берут и выкупают всю аллокацию. Ну, если нулевой уровень, там понятно, что на 20 тысяч долларов 200 человек, да, ну, смогут купить. В зависимости от того, как быстро кончатся токены, будет переход с уровня на уровень. Возможно, между уровнями будет небольшая пауза. Надеюсь, про аллокацию все понятно. Дальше, пассивный доход. Вот мне очень нравится этот слайд. Значит, смотрите, от оборота, от продаж уровней, от
оборота продаж уровней от 1 до 5,5%. Арбитраж трейдинг до 20%. То есть это вот на текущий момент мы в будущие периоды, так скажем, заглядываем. 5% от оборота выигрыши в играх. Пассивный доход от партнеров является. 68% от инвестпула делится между третьим и пятым уровнем. То есть, смотрите, пассивный доход может быть и на нулевом уровне. Это есть раздел депозит. Я вам позже демонстрацию экрана сделаю, покажу, как это у меня. И, соответственно, если вы хотите зарабатывать больше и хотите зарабатывать с компанией, а просто представьте, да, какие товарообороты будут в ближайшее время, да, когда компания выйдет еще и на европейский рынок, и на азиатский рынок, и какие доходы будут у людей, которые приобретут себе третий и пятый уровень. Да, просто на секундочку. Но и обеспечение NFT 20% через 4 месяца, купленные вам средства, потраченные вами средства, 20% становятся доступными, и вы их получаете обратно. Партнерская программа. 61% от партнерской программы происходит, обратно возвращается в сеть. С продажи нулевого уровня и только в первую линию выплачивается 25%. Нулевой уровень стоит $20. Соответственно, 25% от $20 это $5 вы получаете сразу. Первый уровень 15%, второй 10%, третий 6%, четвертый 2% и пятый 3%. Еще раз повторюсь, если партнер, который вами приглашен, купил уровень выше, чем у вас, средства ваши, средства, которые вы по партнерке должны от него получить, остаются у вас в кошельке, однако они будут вам доступны только в тот момент, когда вы купите точно такой же уровень, как купил партнер, который вас обогнал. Средства без потери происходят, то есть аккумуляция у вас, если вы еще не купили соответствующий уровень. Далее. Значит, партнерка по продаже токенов. Вот у нас она буквально ожидает через несколько дней. 3% распределяется. Первый уровень это 1.5%, второй 1% и третий уровень 0.5%. Соответственно, выплачивается только если участник купил токены отдельно от боксов на распродаже. И компания пошла навстречу для тех, кто крутил колесо достаточно давно и уже накопил 100 GFT, эти GFT тоже будут считаться как наличие у вас токена GFT. Дальше. Партнерская программа от участия при распределении средств от инвестпула. 2% первый уровень, второй уровень 1%, третий уровень 1%, четвертый 0.5% и пятый 0.5%. Вот они, собственно, 5% от инвестпула, которые выплачиваются. Это замечательное предложение, когда вы получаете, там 220% от собственного вложения, от первоначального, от своих собственных затрат. 220%. То есть вам 100% вернулось, и 120% вы еще получили сверху. Это если вы вообще ничего не делаете. Просто вот так. Да? Представляете, какой маркетинг придумала компания? Я думаю, что с таким маркетингом вообще ничего не делать, даже, наверное, уже и не хочется. Да? Далее. Поощрение. Это то, о чем я тоже говорил. Если вы проявляете активность и выполняете эти требования, не буду их читать, можете заскриншотить себе. Однако, вы получаете дополнительный бонус. $100, 400 или 1200. То есть требования достаточно простые. Дорожная карта. И от этой дорожной карты реализовано, даже дополнительные игры уже пошли, они реализованы. Однако $100 000 инвестпул мы еще не достигли, это у нас ближайшее будущее. Открытие компании в Дубае, один из основателей сейчас в Дубае находится, ведет переговоры. Я не буду, предвосхищать время, когда оно произойдет, но и нам об этом объявят дополнительно.
Веб-платформа, кстати, вот, хотел заострить ваше внимание, веб-платформа будет Web 3.0. Я оставлял несколько дней назад в чате Elevator Group, что такое Web 3.0. Рекомендую вам ознакомиться с этой статьей. И кратенько просто скажу, если Web 1, это был интернет программ, Web 2.0 это интернет был социальных сетей и мессенджеров, то Web 3.0 это платформа, криптоплатформа и платформа людей. То есть здесь будет индивидуализация просто на неимоверно высоком уровне, в том числе через метаверс. Это следующий этап развития. Однако нам уже приоткрыли небольшое окошечко в эту метаверс. Мы видели, как это все там, вот кусочки того мира реализованного, который нас ждет. Но, ребят, у меня прям руки чешутся. Я скорее хочу поиграть в эту игру, повыигрывать то, что там будет. Потому что это все будет связано не просто с криптой, там, с NFT-шками. Это будет с дополненной реальностью, когда вы, загрузив игру на телефон, получаете, с геолокации идете, получаете задание, что да, в этом месте что-то есть, открываете телефон, видите на карте точку, чтобы было безопасно, все вокруг безопасности крутится. То есть артефакт, он не может находиться там на дороге, на автомобильной, там с большим движением, или на метро, в метро там, на дорожных путях. Все безопасно, компания продумала это, поэтому геолокация включена. Включаете камеру в игре, смотрите, ну, камера, что у вас там, дома, деревья и прочее, и видите вращающийся или перемещающийся артефакт, с которым вам надо повзаимодействовать, чтобы его получить. То есть вот просто представьте, да какой высокий уровень технологии в компании прорабатывается, и которым мы будем пользоваться. Ну, конечно, NFT-игра, то есть Metaverse с NFT-игрой, с веб-платформой, это наше будущее. Просто я заодно это влюбился в компанию. А стоимость уровня возможности, я думаю, вы тоже это уже видели, однако с максимального пробегусь. Пятый уровень, $1205 стоит, включает вообще все плюшки от компании. И NFT-шки, пассивный доход 5,5% от оборота, инвест-пул, партнерская программа, ставил доп-игры и аллокация максимальная. И откатываясь назад, то есть до третьего уровня, смотрите, тоже все, только проценты от пассивного дохода снижаются. Второй, первый и нулевой уровни уже в инвест-пул нет возможности участвовать, и нулевой уровень баланса NFT нет, пассивного дохода нет и инвест-пула. Нет, ну и также доп-игр нету. Но, однако, на нулевом уровне есть возможность аллокации $100. То есть GFT токены, даже если человек на нулевом уровне купил себе GFT токенов на $100, представьте, он на $100 купил 1000 GFT-шек, по $1 продал. Нормальная тема? Ну, я просто думаю, это бомбезно. Причем, вот по прогнозам у нас раунды токен сейла пройдут максимум в течение 4 месяцев. Вот такой прогноз, да? Жду с нетерпением токен сейл. Токен сейл будет 15 числа. Еще раз повторю, без уровня невозможно будет поучаствовать. Без покупки уровня невозможно будет поучаствовать в токен сейле. Итак, Elevator, с нами ваше будущее в безопасности. Про безопасность я не буду повторяться. Значит, давайте быстренько перейдем к демонстрации, получается, бота. Так, мне что надо сделать? Мне надо сменить экран. Так, экран выключил, демонстрация экрана. Так, поделиться. Вы транслируете экран. Ребят, скажите, видно мой бот в Телеграм? Да,
Отлично. Значит, смотрите, давайте сначала начнем. Когда человек нажимает на кнопку, у него появляется приветственный экран. Здесь, значит, кратенько, на чем вы с нами можете заработать. То есть, первое, что предлагает бот, вообще, в принципе, на чем вы с нами можете заработать. То есть, партнерская программа, пассивный доход, токен, NFT и игры. И человек, соответственно, нажимая на тот или иной пункт, он видит короткое описание. Если он хочет что-то больше узнать, он нажимает на информацию больше. И вот сегодня я хочу вам рассказать про пассивный доход. Смотрите, значит, у нас пассивный доход на три категории разделяется. От оборота продаж от 1 до 5,5, отложенной суммы, от инвест-пула. Больше информации, чтобы получить, мы переходим по ссылке, и там более развернуто и подробно это описано. Значит, здесь и сейчас. То есть я в компанию поверил, и я приобрел себе, собственно, все уровни. То есть вот у меня 5 уровней куплено, соответственно, что нам дает 5 уровень? Это 5 шансов крутить, испытывать удачу каждый день, крутить колесо. Это участие в розыгрыше всех призовых категорий. Участие в розыгрыше 7 из 47, это еще один вариант лотереи, будет сейчас 6 из 45. Участие в распределении 5,5% от общих продаж уровней и 47% участие в распределении 47% дохода от инвест-пула компании. То есть смотрите, на одном из мероприятий в самом начале нам говорили, что количество пятых уровней в какой-то момент станет ограниченным. И людям, которые приобретут пятые уровни, им будет предложено поучаствовать в 6 уровне. 6 уровень, он будет предполагать распределение доходов уже не только с того, что есть сейчас, но и из заработка в Metaverse. То есть компания будет продавать артефакты и прочие плюхи, и с этого тоже можно будет заработать. Если вы слышали игру Pokemon Go, вообще с VR-играми встречались и видели, какие там товарообороты были, то есть компания за несколько месяцев со своего старта заработала несколько миллиардов долларов. Я стесняюсь думать о таком результате, хотя То, что нам показывали, то, что мы видели кусочки игры, те артефакты, которые будут, которые нарисованы уже сейчас, да, я думаю, что там будет еще круче. Далее, значит, понятно, что вот уровни мы покупать можем любые, да, и в уровнях у нас есть NFT-шки. Соответственно, NFT разного уровня, причем если сейчас, то есть у меня есть NFT нулевого уровня, это моя фотография, эксклюзивный аватар, так скажем. Ну, тут меня подмолодили несколько, я себе здесь нравлюсь, это самое главное, да. И получается, все другие NFT-шки, они в другом месте. Где-то находятся боксы, я забыл, где они находятся, ну и ладно. Значит, партнерская программа у меня выглядит вот так вот. Значит, в первой линии у меня 24 человека, 4 активировалось, во второй 35. Ну и вот нулевой уровень, $26 заработано, с первого уровня с продажи 105, со второго уровня $5. Что-то мне здесь не нравится, но я в поддержку напишу. Кстати, если вы нажимаете на информацию, здесь вот есть служба поддержки. Это замечательная вообще команда, которая отвечает очень быстро на все вопросы. То есть буквально там в течение часа вы получаете ответ. Я был поражен скоростью реакции, это вообще парни молодцы. Дальше по играм. Значит, понятно, что есть криптови. Вот, призовой фонд, я говорил, что больше $400, $430. И это тоже призовой фонд, который разыгрывается и в лотерею, и в том числе и в криптовил.
на криптовилл у нас в обращении есть. У меня все обращения сегодня использованы. Подарочные буду дарить чуть позже. Значит, упс. Так, не понимаю, что произошло. Так, так, сейчас подождите секунду. Так, сюда. Да, вернулся. Дарить буду позже. Дальше. Инвестиции. Что хотел вам в разделе инвестиций показать? Значит, инвестпул, он формируется до 100 тысяч долларов. Еще мы не дотянулись, однако. По депозитам. Смотрите, у меня 5-й уровень, и у меня доход по депозитам 6-7% в неделю. Я разместил свой депозит 12 ноября, то есть месяц назад, ровно месяц назад я разместил свой депозит. Начал с 62, что ли, или 69, докинул до сотки, потом еще 30, потом еще 60. Вот сейчас у меня 201 доллар, и за месяц мне начислили 28 долларов. 28 долларов прошел месяц, у меня на депозите 200. То есть на текущий момент, если даже 6 долларов в неделю, это по... сколько там, по 12 долларов, 4 раза 48 долларов. То есть за месяц четверть депозита плюсом будет. Но понятно, что это 5-й уровень, и у вас может быть меньший уровень. Однако, смотрите, значит, в правилах написано, что нулевой уровень может инвестировать 1-2% в неделю. Это депозит. Это отдельные деньги, которые вы положили в кошелек и отправили в депозит. Это не, то есть компания ими управляет в арбитраже. Нулевой уровень это 1-2%, первый уровень 2-3%, второй 3-4%, третий 4-5%, четвертый 5-6%, пятый 6-7%. Эти деньги доступны вам, то есть начисление по субботам вечером, по-моему, в 20 по Москве. И эти деньги попадают в кошелек. Они начисления сразу доступны к выводу. А сам депозит доступен к выводу и будет доступен на кошельке после недели, как вы нажмете на кнопку «Вывести». То есть это, он эту неделю работать не будет, однако это деньги, которые вы можете вывести и использовать, если вам это надо, если вам это необходимо. Я считаю, что дополнительно вот этот вот депозит от компании, ну просто бомбический инструмент, потому что, во-первых, начисления каждую неделю, во-вторых, вы сами выбираете себе уровень начислений, да, в зависимости от уровня компании, и во-вторых, это деньги в течение недели можно вывести. Ну, я просто считаю, что это супер предложение от компании. Так. Я думаю, я вам рассказал все, что хотел. Давайте на этом закругляться. Значит, я готов ответить на ваши вопросы. Я готов ответить на ваши вопросы. Кто хочет их задать, поднимайте руку, включу микрофон, зададите вопросы. Так. Но рук я не вижу. Руки у двух человек я уже дал микрофон, но что-то они молчат. Да, Айнур. Так, разрешить говорить. Выключил микрофон. Депозит от скольки инвестиции? Депозит от 30 долларов. Инвестиции начинаются и реинвест от 30 долларов. Спасибо, Максим. Да, хорошо. Так, Илья, разрешить. Да, Илья, задавайте ваш вопрос. Да, всем здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Значит, ERC-20 USDT, я так понял, будем заводить, да?
ближайший день-два, получается, до того, как начнется продажа токенов, в кошельке появится еще один доллар. Просто уточняю, ERC-20 это же эфировская сеть, а Polygon там, да, и... Да, он через эфировскую сеть работает тоже. То есть нужно заводить USDT в сети эфир, потому что в DAI в этом полигоне я не вижу USDT. Продаю за то, что купил, значит, будет USDT по ERC-20 в сети полигон. Я думал, Matic будет, но вот там речь шла о том, что значит, будет привязываться к Web 3.0 кошелек MetaMask, а в MetaMask можно завести USDT ERC-20 в сети Polygon. А, ну, в принципе, в Polygon я USDT вижу, но это разве будет ERC-20 считаться? Это же Polygon, это же не эфирская сеть, это Polygon-овская. Polygon это ответвление от эфира. Это просто масштабируемый эфир самой. А то, что есть своя монета, Matic, это да. Есть DAI, это как стейблкоин, это да. Но стейблкоин DAI, он, с одной стороны, конечно, хороший, вроде как децентрализован, но неплохо. И есть несколько вопросов, поэтому DAI пока используется в данном направлении не будет. Но останется возможность платить как USDT на ERC-20, Так, а смотрите, вот в полигоне есть USDT, и в эфире тоже есть USDT. Они обе на ERC-20. То есть если я заведу в полигоне, то есть USDT в полигоне, то это в принципе то же самое, что... Да, там, Илья, идет речь о том, что в сети Polygon ERC-20 это USDT, они будут с минимальной комиссией отправлены. Меня вот этот вопрос интересовал, почему называется USDT, но ERC-20 такая говорится про Polygon. Ну, Алексей так развернуто ответил. Благодарю, Алексей, за комментарий, за помощь. Значит, они совместимы, да? Да. Ну, раз они это ответвление, да. Блокчейн один и тот же. Просто Polygon это масштабируемость эфира в плане реализации проекта. Я понял, спасибо. Так, ребята, еще вопросы? Хорошо. Значит, еще раз повторю. Через несколько дней, а именно 15 декабря, запланирован старт токен сейла. Токен сейл возможен только участвуют в токен сейле смогут только те, у кого куплены уровни. Про аллокации, про стоимость уровней я вам сегодня рассказал. Любые вопросы вы можете задать в чате и на наших мероприятиях. Попрошу вас дать обратную связь в чате, написать о проведенном мной мероприятии. Мне будет это приятно, но и ребята тоже увидят, что мы с пользой проводим время здесь. И, собственно, до новых встреч. Завтра следите за анонсами в сети. Будет и дневное мероприятие, будут объявления, и, скорее всего, вечернее будет мероприятие. Так что за анонсами в официальном чате смотрите. Ну и до новых встреч. Благодарю всех за уделенное время понедельника. Элеватор всем. Спасибо, Максим. Да, спасибо, жду в чате.